Я разрешаю это видео всем блогерам брать и распространить эту информацию. Начнет. Всем привет. Опять тебя здесь нет. Всем привет. А я по новой там, значит, 27 человек уже смотрят. Привет, привет. Чё? Любопытный народ, да, у нас в России? Любопытный народ. Все ему надо знать. Быстро, быстро. Сказал, 12 часов нету. А, почему нету? Быстро. Ну вы чё, надо терпение, терпение. Терпение. Самое главное, терпение. Всем привет. Новость у меня хорошая. Напряглись. А чё вы напряглись-то? Не надо напрягаться. Помните, шаман говорил, что пути Господни неисповедимы? Помним, да? Сашки нету. Чтоб Сашку позвать, его нету. Шаман продолжил свой поход на Москву, ребят. Шаман ушел. Нет шамана. Дома я с Натальей вдвоем. Для хороших людей это новость хорошая. Шаман ушел с пацанами, ушел в Москву. Пошел в Москву пешком. Также пошли. Я проснулся. Только записка. Разбудили меня, записку дали, сказали, и мы пошли. И ушли. Я дома остался. Да, он мне сказал, ты дома, здесь оставайся. Сестре помогай, на работу устраивайся. Отвечаю, котенок няш. Вот слово даю. Отвечаю. Не верят они. Не верят. Ну ладно, ладно. Не верите, не верите. Придет Дайдуна, придет Айхал, придет Сардана, много людей придет. И сами увидите. Если я вру, то я не знаю. Меня... Я не знаю, что произойдет. Ушел кот, Кирилл и Саша. Ушли втроем. Меня оставил дом. Сказал, оставайся здесь, помогай сестре. Я остался. Блин, как я вам докажу? Нету, реально нету. Нету их. Я вам слово даю, нету. Минус 41. Нет, Василий, записку я сжег. Зачем она мне нужна? Я буду ее хранить, что ли? Они меня разбудили, записку дали. Говорит, все, мы пошли. Говорит, ворон. Я говорю, как, куда, что? Саня говорит, давай садись. Я сел. Он говорит, я пошел в Москву, а ты, говорит, дома оставайся. Будь дома. Я говорю, ладно, не вопрос. Женись, говорит, детей рожай. Вот я вот с этим к вам и был. Вот все там писали комментарии. Ой, блин, шаман, так и будешь на печке сидеть, ничего не делать. Да, помните комментарии такие были, да? Да, были. А вот здесь разгар, человек вот приехал с Амурской области, человек поддержать. Всем привет. Зовут Юрий. Юра. Сам с города Свободного. С Амурской области. Вот я не знаю, вот спросите у него. Вот сегодня приехал, получается, тоже хотел шамана увидеть, но не получилось, они ушли. Я утром приехал, ну, я был, сколько здесь, километров 6, наверное, да, отсюда. Ну, и они как раз в это время все ушли отсюда. Ну, не получилось. Почему ему нельзя, Галюся? Почему? Объясни хоть одну причину. Наверное, убил Сашу. Молодец, Самурки, я в благе. Тебе привет. Так считаешь, да? Да. Зачем она мне нужна, Дмитрий? Для чего ее хранить? Бич, Самурки. Ха, бля, сейчас будет. Сейчас будет. Почему меня не взяли? Не знаю я. Сказал, дома сиди, не пойдешь. Я хотел пойти, не взял меня. Нет, отсюда с Якутска ушли они. Да, с Якутска. Благо, тын да мои места. Не говори. У него нет подписки. У него ни подписки, ничего. Когда я был последний раз в ФСБ,
мы разговаривали с сотрудником, а он мне сказал, говорит, он свободный человек. Говорит. Нет, Пешко. Алексей, Александр, Алексей, Кирилл, да, блин. 4 собаки с ними. Все лайки. Я разрешаю это видео всем блогерам брать и распространить эту информацию. По решению суда его и не задерживали. Вот что я вам хочу сказать. У него была подписка о невыезде. Она у него кончилась 14 октября. Все, с того дня он ни подписки у него нету. Даже в суде я спрашивал. Я проснулся от того, что меня Саша разбудил. Они ушли на Москву. Пошли в Москву. Также по дороге идут пешком. Ирина, я не пошел, потому что меня он дома оставил. Сказал, будь дома, помогай сестре. У них санки есть. Белый ушел с ними. В смысле? Ты пишешь, ты зачем шамана отпустил? Вообще, что ли, говорит? Нет, шаман тележку знает, не верну. А? Шаман знает, что делает. Знает, конечно. Как я ему, что ему скажу? Стой, не ходи. Люди против? Что надо ему сказать? Он взрослый человек, у него есть своя голова. У него есть своя миссия, да, скажем так. С Якутска пошел. Белый шаман. Безопасности. Если на этот раз его захватят, да? Уже никто не спасется. Сидите, да, там все в недоумении, да? В недоумении. Дома сидишь, на печке сидишь. Долго будешь сидеть, до весны долго будешь сидеть. Болтали. А он же вам 1000 раз говорил. Вот когда прямой эфир вы смотрели, он вам 1000 раз говорил, когда вы ему вопрос задавали. Он вам 1000 раз говорил. 1000 раз. Он вам, на ваши вопросы, он вам отвечал, а вы не поняли. Многие не поняли. Я не буду говорить за всех, не хочу никого обидеть. Тысячу раз отвечал на этот вопрос. Люди перестали общаться с друг с другом уже. Меня не взял, он дома оставил. А как он понял? Вот, давайте я отвечу на этот вопрос. Вот помните-ка, вы все всегда писали, вот, Ворон, один ты стрим делаешь, Сашу покажи. Помните, я вам говорил, что он пока паузу взял со стримами? Ну вот, кто здесь есть такие люди, которые помнят вот мои слова? Он говорил, а в это время он общался с духами. Я вот так вам скажу. В это время, пока он не выходил на связь, пока его не было в эфирах, он общался с духом. Я еще такого не видел. Серьезно. Даже мне было страшно. Все это время, пока его не было в эфире, он общался с духами, производил обряды. Я вам говорю, я еще такого не видел. Чувствовал, наверное, скорее всего. Александра, чувствовал, не видел, чувствовал. Домой поеду, конечно. На работу надо устраиваться, домой ехать. Мамка ждет.
какой ты хитрый, позвони шаману. В прямом эфире. Дай-ка телефон мне. Так ты... А что, в прямом эфире пускай он им скажет, что он ушел, а то они мне не верят же. Так он будет говорить, где он идет. Не, он не скажет, где он идет. Сейчас попробуем, ребят, прямой эфир сейчас сделаем. Слышно? Уже куда-то звонит, там названивает. О, Саня! Саша! Здорово! Спишь? Спишь? Не-не, мы все тут сидим втроём. Я вот прямой эфир веду. Вот люди не верят, Саш, что ты ушел. Чего так? Ну, не верят люди. Говорят, что я вру. Что там говоришь-то, не слышно? Я говорю, люди говорят, что я обманываю, что ты ушел в Москву. Слышно? Связь барахлит. Алло, Борис. Слышно? Вот теперь слышно, что там захрапел? Я говорю, вот в прямом эфире я. Люди не верят, что ты ушел. Вот скажи, что пару слов. Самому, что ли? Ну да, говори. Я иду в поход на Москву. Воля Бога будет выполнена. Все, Россия, не падаем духом. Уру я и хам. Ну все, давай, я тебе после эфира позвоню. Ага, когда после эфира? Ну, где, что ли? Ну сейчас, закончу, минут через 10 позвоню. А, ну давай, позвони, мы здесь, это покончаем. Все, давай. Вот, слышали? Воля Бога будет исполнена. Что я еще могу? Как я еще могу вам доказать, что он ушел? Как? Как? Я ему сейчас, когда буду звонить, от всех от вас передам привет.